Монография о репрессиях в Туве, основанная на кандидатской работе Атука Иргита, охватывает период с 21 по 44 годы прошлого века. Издание смелое, тема неординарная, подчеркивают коллеги. И успех и Атука Юрьевича как аспиранта, как ученого, факт того, что диссертация в кратчайшие сроки превратилась в монографию, что происходит не с каждой диссертацией, не у каждого ученого. Успех этого большого дела, конечно, принадлежит руководителю, доктору исторических наук, профессору Зое Юрьевне Доржу. 8 лет кропотливого труда понадобилось тандему ученых-историков, чтобы с высоты сегодняшнего дня попытаться по-своему раскрыть такую сложную и неоднозначную тему, как политические репрессии в Туве. Были и споры, без этого никак, но трагические события не должны повториться. Именно для этого нужно стремиться к исторической правде, и первый этап пройден успешно, считают авторы. Нам удалось многое разрешить. Трудно было работать, потому что этот период еще многие архивные документы до сих пор недоступны. До сих пор мы очень многое работали, конечно, в московских архивах в Москве. И у нас были информаторы, потомки пострадавших. 8 лет назад, когда только поступил в аспирантуру, тогда, конечно, еще даже не была определена тема, были только определенные мысли. Сама Зоя Юрьевна предложила несколько тем таких, до сих пор остающихся, как ни странно, белыми пятнами нашей истории. Выбор был остановлен именно на политических репрессиях, так как, с одной стороны, времени прошло более чем достаточно, чтобы она оказалась той, которой давно надо было осветить. С другой, на самом деле было бы сложно сказать, что это такая первая крупная работа. И до этого были по этой теме разные исследования. Но еще не было такой, собранной под одной обложкой, достаточно структурированной. Монография появилась в свет в стенах старейшего академического издательства «Наука». Книга будет доступна всем, заверили гостей презентации. Ученым, архивистам, библиотекарям и, конечно, студентам. Я считаю, что она довольно актуальна в наши дни, поскольку нам, как студентам, это отличная возможность воспользоваться архивным материалом, и дополнительным источником для написания различных курсовых работ, и нам, в том числе, для написания дипломной работы. Принято считать, что история развивается по спирали. Монография о периоде репрессий в новом прочтении и появившаяся на ее очередном витке – лишь часть истории республики. Актуальная задача – передать молодому поколению целостную картину той поры. Для этого учеными начата работа над новым учебником по истории Туи для школьной программы. Мадар Сандан, Шалбан Мангуш, Айдана Сенденма, Туа-24.